В Давосе продолжается Всемирный экономический форум. На его полях обсуждают темы разного спектра. Не обошлось и без дискуссии об искусственном интеллекте и кибербезопасности. Все детали в международном обзоре. Депутаты Великобритании задумались о безопасности в сфере онлайн. Они рассматривают законопроект, согласно которому топ-менеджменту соцсетей может грозить уголовная ответственность, если они не будут защищать детей от вредоносного и опасного контента в интернете. По сегодняшней версии документа, если платформа будет игнорировать требования, ей может грозить штраф или даже блокировка, а руководителям соцсети или мессенджера до 2 лет заключения. Поправку уже раскритиковала, в частности, отраслевая ассоциация Tech UK. Мы являемся первой страной в мире, которая принимает законы в этой области. Это сложная область, и пока инициатива проходит через парламент. У нас дискуссии. Существует критический пробел в навыках по кибербезопасности, который в ближайшее время может нанести большой урон обществу и ключевой инфраструктуре. Такую обеспокоенность выразили участники форума в Давосе, основываясь на прогнозах. Меньше трети опрошенных бизнес-лидеров уверены в киберзащищенности своих компаний. Респонденты также считают, что изменился характер киберугроз. Теперь хакеры делают упор на разрушение деловой активности и на репутационный ущерб. Считается, что в ближайшее время бизнес и киберэксперты будут работать теснее и чаще использовать в своих стратегиях искусственный интеллект, машинное обучение, а также облачные технологии. Кроме того, согласно предоставленным данным, киберсфера испытывает кадровый голод. Не хватает примерно 2 миллионов специалистов. Есть позитивные изменения, и я хотел бы выделить несколько из них. Первое – это инвестиции в сферу. Бизнес-лидеры уже разрабатывают стратегии с учетом этого. 49% опрошенных лидеров рассматривают страны, в которые хотели бы инвестировать, с учетом развития кибербезопасности в регионе. Цифровые технологии затронули уже все сферы нашей жизни и экономику. Неприятным последствием этого являются киберпреступления, и необычайно острой становится проблема безопасности. Чтобы построить доверие и безопасность, необходимо пользоваться подходом нулевого доверия. Это своего рода парадокс. В технологическом сообществе говорят, чтобы построить систему безопасности, нужно изначально предположить взлом, а затем думать о средствах защиты. Что касается искусственного интеллекта, участники форума уверены, его применение практически безгранично. Спикеры предложили использовать ИИ для решения климатических проблем, например, прогнозировать распространение лесных пожаров и продумывать пути климатической миграции. Специалисты считают, искусственный интеллект может отследить утечку веществ и поможет в борьбе с выбросами СО2.